Здравствуйте, уважаемые коллеги, партнеры, гости, возможно, которые присутствуют на нашем сегодняшнем мероприятии. Рад вас приветствовать. У нас сегодня понедельник, 27 мая, 17 часов по московскому времени. Мы проводим информационную встречу потенциальных и действующих партнеров компании Skyway Capital. И попрошу вас поставить плюсики, если меня слышно, видно хорошо, если видны на экране слайды нашего сегодняшнего вебинара. Если да, просто поставьте плюс. Не так много людей сейчас, но, в принципе, хотел задать еще один вопрос, друзья. Есть ли среди вас, скажем, совсем новички, которые ничего не знают о нашей технологии, которые первый раз присутствуют на данном мероприятии? Если таковые есть, то поставьте цифру 1. Да, и, в принципе, сегодня мы с вами поговорим о том, как развивается наш проект. И, в принципе, за последнюю неделю прошло буквально несколько важных новостей, но на них заострим внимание, наверное, особо. А так как, я смотрю, Наталья написала, что присутствует новичок, ну, наверное, кратко тогда расскажу суть самого проекта. Я предположу, что Наталья уже знакомилась у новичка с информацией о том, что есть такой проект, что есть такая компания, чем мы занимаемся. Да? Итак, друзья, компания Skyway Capital, то есть, в принципе, презентация идет как бы нашего проекта, но чем мы занимаемся? Мы являемся информационным партнером, мы являемся партнером группы компании Skyway, и цель компании Skyway Capital – это привлечение инвестиций непосредственно в реализацию проекта струнных технологий, технологии Skyway, разработчиком которой является наш генеральный конструктор и руководитель проекта Анатолий Эдуардович Леницкий. Сама технология, так, разрабатывалась и внедряется на протяжении уже нескольких десятков лет, да, это порядка 40 лет с момента, скажем, появления первой идеи. Но сегодня мы как никогда близки к тому, чтобы реализовать наш проект. О технологии, которую мы на сегодняшний день внедряем и выводим на мировой транспортный рынок, огромное количество преимуществ по отношению к тем технологиям, которые сегодня используем в повседневной жизни. Это такие, как автомобильный транспорт, если мы касаемся в первую очередь транспортной отрасли, а 90-95% информации в первую очередь у нас идет в этом направлении. Автомобильный транспорт, железнодорожный, воздушный транспорт и водный транспорт. Да? Все эти транспортные технологии известны человечеству более 100 лет. У них у всех есть определенные преимущества по отношению друг к другу, да? Но есть целый ряд недостатков. Вот. Так вот, все недостатки, которые на сегодняшний день имеют данные транспортные технологии, практически решают технологии под названием Skyway. Это касается и темы экологии, это касается и мобильности, и стоимости, да, то есть это как в несколько раз дешевле строительство и эксплуатация дорог, разработанных Анатолием Эдуардовичем Леницким по сравнению с теми транспортными системами, которые мы с вами знаем. Вот. Это комфорт, да, это безопасность, что очень важно для транспортных систем. Да вообще, скажем так, тема безопасности, она, наверное, важна в каждом направлении человеческой деятельности. Да. И, как я уже сказал, на сегодняшний день мы как никогда близки к тому, чтобы данную технологию реализовать. На всех наших презентациях, начиная там, с 2014 года, а их проведено, наверное, не одна сотня, мы демонстрировали различные ролики, то есть демонстрационный ролик Transnet, я думаю, многие из вас помнят, да, где 95, наверное, там, да почти 100% анимации того, как будет выглядеть технология, которую мы вот собирались вводить на транспортный рынок. В 2014 году у группы компании Skyway, по сути дела, был генеральный конструктор, была идея реализации, да, была идея, скажем так, привлечения инвестиций. И вот те люди, которые рассмотрели возможность помочь Анатолию Эдуардовичу Леницкому в реализации технологии, помочь себе стать, скажем так, ну, через достаточно короткий промежуток времени, если сравнивать там, с долгосрочными инвестициями, стать успешными в сфере бизнеса и финансов, да, то есть стать, ну, слово совладелец технологии, наверное, не совсем корректно, но тем не менее. В 2013, в начале 2014 года была разработана система привлечения инвестиций посредством краудфандинга. Людям было предложено, скажем, на выгодных условиях становиться собственниками долей. Да. За номинал одной доли был взят $1 Соединенных Штатов Америки после оценки всех ноу-хау, которые Леницкий использует в реализации своей технологии. И вся, скажем так, схема движения по началу привлечения инвестиций, сертификация данной технологии, демонстрация возможности технологии Skyway была разбита на 15 этапов. Соответственно, первый этап, который начался еще в январе 2014 года, был наиболее рискованный, да, то есть когда, по сути дела, только были документы о том, что данная технология была даже признана целым рядом, скажем так, структур, имеющих прямое отношение к транспортной отрасли, в первую очередь в Российской Федерации. Во время существования полигонов в подмосковном городе Озера, где была представлена, по сути дела, технология первого поколения, где ЗИЛ-131 на остальных колесах взбирался на 150
метровую стальную эстакаду, внутри которой были натянуты тросы, да, и она внутри был закачан бетон. То есть это первая демонстрация струнного транспорта, что он из себя представляет. Потом были переговоры с целым рядом государственных структур, даже, скажем так, намечалась реализация технологий в целом ряде регионов Российской Федерации. Но в том виде, в котором мы технологию видим сегодня, да, в том виде, в котором, точнее, в том направлении, в котором мы работаем, все это началось в 2014 году. Итак, на первом этапе доходность, да, либо дисконт по тем пакетам долей, которые приобретали люди, тогда еще, скажем так, была фунтовая система, на первом этапе даже дисконт составлял несколько тысяч раз. То есть там было 3,5 тысячи, как заявляет генеральный конструктор, чуть ли не 10 тысяч раз первые инвесторы, которые приносили крупные суммы денег, да. По мере перехода с этапа на этап выполнялся определенный перечень работ, приближающий нас к тому моменту, когда технология будет сертифицирована, продемонстрирована, выведена на мировой рынок. Да? Цель вообще всего проекта – это построить, как мы тогда называли, тестовый участок или полигон, да? Речь шла именно об этом, в том месте, где нам выделят землю, с целью продемонстрировать, скажем так, технологию SkyWay во всех трех сегментах транспортного рынка. Это грузовой сегмент, это пассажирский сегмент городской и пригородный, и это междугородний, международный SkyWay высокоскоростной. То есть вот в этом направлении началось привлечение инвестиций. Как я сказал, 15 этапов подразумевали, скажем так, выполнение определенного объема работ, на который как раз-таки требовалось финансирование, для того, чтобы мы смогли продемонстрировать, сертифицировать как путевую структуру, так и транспортные средства, которые будут созданы, да, и выйти на мировой рынок для строительства дорог по технологии, разработанной Анатолием Эдуардовичем Леницким. Сегодня мы находимся на 13 этапе. По мере перехода с этапа на этап не только выполняли, скажем так, работы, необходимые для реализации технологии, но и снижался дисконт, потому что было что предъявить уже, скажем так, вновь пришедшим инвесторам, да, потому что были достигнуты определенные результаты, рисковость вложений по методике краудфандинга в нашу технологию, она снижалась. И дисконт снизился очень сильно и солидно. На сегодняшний день он составляет от 15, да, там, до 60 раз, фактически в несколько, скажем так, ну, даже в десятки раз снижен дисконт, уровень доходности по тем пакетам долей, которые сегодня может приобретать инвестор. Но все равно инвестирование, скажем так, приобретение пакетов долей на сегодняшний день очень выгодно. За это время достигнуты серьезные результаты, связанные с чем? С демонстрацией технологий на крупных международных транспортных форумах, выставках. Порядка 20 крупных форумов, в которых принимали участие специалисты нашей компании. А все началось с того, что в июле месяце 2015 года начались строительные работы на территории экотехнопарка в Республике Беларусь. Тогда это назывался как раз таки полигон. И на сегодня мы имеем на территории Беларуси, первое, это экотехнопарк, на территории которого сегодня достраивают 6-я трасса, на которой будут испытываться тяжелые транспортные средства SkyWay. Да. Мы имеем порядка десятка транспортных средств, целый ряд из них получил сертификаты, позволяющие, скажем так, демонстрировать и соответствие характеристикам, да, заявленным транспортных средств. Дальше мы имеем порядка 20 зданий сегодня, да, как говорит Анатолий Эдуардович Леницкий, которые являются активами нашей компании. Мы имеем производство в Республике Беларусь в городе Минске. Да. То есть результаты достигнуты очень серьезные. Причем, скажем так, за довольно небольшие деньги, да, если сравнивать с любой другой транспортной технологией, ну, например, выведение на рынок какого-либо автомобиля занимает несколько лет, модели какого-то автомобиля, да, и порядка миллиарда долларов, это мировая статистика. Конечно, таких денег у нас не было, но тем не менее, сегодня построен экотехнопарк, сегодня мы развиваемся активно на территории Объединенных Арабских Эмиратов, да, и буквально вскоре скажу то, что с прошлого года переговоры велись давно, но начиная с события, как называлось Future City Show, да, в Дубае, были заключены, скажем так, договора по реализации проекта на территории Объединенных Арабских Эмиратов. У нас сейчас строится так называемый SWIC, да, не все еще знают, что это за название, то есть SkyWay Innovation Center, который у нас находится в Эмирате Шарджа. Там будет построено тоже 4 трассы, одна из них, ну, скажем так, наверное, первая, самая короткая, протяженностью 400 метров, провисающая трасса, на которой просто будет демонстрироваться то, что компания SkyWay способна построить на территории, скажем, государства, которое находится в тропическом климате, да, среди пустыни, и продемонстрирует, что из себя представляет технология SkyWay. Дальше там будет 3 путевые структуры протяженностью 2,5 километра, и там уже будет демонстрироваться и городской транспорт, который будет разгоняться до скорости 150 км в час. Там будут продемонстрированы тяжелые транспортные средства, такие как Unicont, который будет осуществлять
перевозку контейнеров там, до 35 тонн. Да? Там будут представлены грузовые модели юнитраков, которые там до 50 тонн, будут, скажем так, больше вместимости представлены юникары. Как заявлял Анатолий Эдуардович Юницкий в своем последнем интервью из «Шаржа», там до 300 человек, да, будет перевозить транспортные средства. Это может быть несколько транспортных средств, которые как, почти как поезд будут следовать друг за другом и перевозить такое количество пассажиров. Сегодня мы имеем, как я сказал, целую линейку транспортных средств. Это начиная от двухместных «Юнивинда» и «Юнибайка», да, и вплоть до 40 с лишним местного «Юнибуса». То есть есть у нас 18-местный трехсекционный «Юникар» и так далее, и так далее. Представлена модель высокоскоростного транспорта Skyway, которая была продемонстрирована на международном мероприятии под названием «Инотранс». То есть это те успехи, которые мы достигли за довольно короткий промежуток времени, 3-4 года. Да? Как я сказал, что строительство экотехнопарка в Республике Беларусь у нас началось в июле 2017 года. Вот если в двух словах о том, чего мы достигли на сегодняшний момент. У нас сегодня более 200 стран, с которой люди стали, с территории, точнее, страны территории, с которых люди стали совладельцами пакетов долей, то есть они, как говорится, голосуют рублем своей душой, своей энергией за реализацию данного проекта. И мы с вами, как я уже говорил в начале сегодняшнего мероприятия, как никогда близки к тому, чтобы технология уже была реализована. Да, она уже реализуется, как говорил Анатолий Эдуардович Юницкий в последнем интервью в «Шарже», что даже тот проект, который сейчас развивается на территории СВИК, это уже можно относить к адресным или как цель, как там было сказано, к целевым проектам. Да? На базе тех успехов, которые будут продемонстрированы в Эмиратах, начнется создание и строительство трасс Skyway в целом ряде регионов непосредственно Объединенных Арабских Эмиратов и не только. Да? Было сказано, что нам выделена земля для демонстрации возможности высокоскоростного Skyway в Эмирате Абу-Даби. Да? И очень важный момент, то что Дубай принял программу, скажем так, инновационного развития города, да, и одним из шести объектов этой программы стал как раз-таки Skyway, технология Skyway, то есть модули SkyPods, которые будут реализованы на территории Дубая. То есть 15-километровая трасса с 21 станцией. То, что было заявлено, скажем так, руководителем Эмирата, премьер-министром, да, господином Аль-Мактумом страны. То есть мы активно развиваемся, мы двигаемся к тому, чтобы данная технология реализовалась. И любой человек, который вместе с нами сегодня будет принимать участие в реализации данной технологии, имеет шанс в недалеком уже будущем, я не буду называть там год, два, три, пять, да, стать, ну, как мы называем эту ситуацию, финансово независимым, возможно, финансово свободным, вместо той, которая, скажем так, большинство людей имеет на сегодняшний день. Кому-то приходится ходить каждый день на работу, трудиться и так далее. Мы активно здесь, компания Skyway, в Москве, не только, и в Минске. На сегодняшний день, кстати, более 800 человек, которые трудятся над реализацией данной технологии в нашем предприятии, которое находится в Республике Беларусь. В конце мая месяца 2014 года был один сотрудник, это генеральный конструктор Анатолий Эдуардович Юницкий. Скажем так, высококвалифицированные, высокооплачиваемые места в Республике Беларусь. Вы понимаете, да, предприятие развивается там, там платятся налоги, то есть, в принципе, это большой плюс для государства под названием Беларусь. Почему именно Беларусь? Потому что это та страна, которая предоставила нам возможность создать экотехнопарк на ее территории. Если бы кто-то до Беларуси откликнулся раньше и были выгодные условия, я думаю, мы могли бы развиваться и в другой стране. Но тем не менее, мы развиваемся там, где мы есть, успешно, да, двигаемся в выбранном направлении. Вот. Ну и, наверное, последняя неделя мая месяца, после тех событий, которые произошли во время праздников, которые праздновала здесь вся страна, бывшая СНГ, да, ну, целый ряд стран СНГ, это события, связанные там с Днем Победы, это майские праздники. Анатолий Эдуардович Юницкий как раз-таки в майские праздники первый презентовал технологию во Вьетнаме. То есть его пригласили с целью ознакомления, скажем так, целого ряда высокопоставленных представителей, ну, вьетнамской интеллигенции, бывших, скажем так, руководителей, занимавших посты разного уровня в правительстве Вьетнама, да, с технологией. Анатолий Эдуардович Юницкий представил технологию, рассказал, что она из себя представляет. И в прессе Вьетнама на телевизионном канале было отмечено, что данная технология реально может, скажем так, послужить развитию экономики Вьетнама. И она, в принципе, выход в той сложившейся ситуации, которая есть в транспортной отрасли данного государства. У нас, кстати, очень активно развивается партнерская структура на территории Вьетнама, Индонезии, то есть Юго-Восточная Азия сейчас, скажем, тоже, как я говорю, голосует рублем за реализацию нашей технологии на территории Юго-Восточной Азии, потому что
в сравнении с тем, что они имеют на сегодняшний день, они видят явные перспективы развития и транспортной отрасли, и экономики в целом, ну и повышение среднего уровня, скажем так, как это правильно сказать, среднего уровня жизни страны, да, потому что данная технология, она может создать достаточно большое количество высококвалифицированных рабочих мест, вот, ускорить перемещение как пассажиров, да, по территории государства, так и грузов, соответственно, снизить себестоимость целого ряда продукции, которую люди приобретают там в магазинах, либо, скажем так, для бизнеса и так далее, и так далее. Итак, друзья, то есть я знаю, что в последнее время мы часто сталкивались с большим количеством вопросов от наших партнеров, когда произойдет то, когда произойдет еще какое-то событие, вот мы там затягиваем с каким-то количеством этапов, когда мы перейдем на следующий, какой это будет 14 и так далее. Ну, давайте, наверное, перейдем кратко к тому, что произошло за последнюю неделю. Первая новость — это о том, что на прошлой неделе, да, мы узнали о том, что объявлена дата перехода группы компании Skyway на третий подэтап, 13-й этап. И это случится 11 июня 2019 года. Да? То есть осталось, в принципе, не так много времени, 2 недели, ну, может быть, чуть-чуть больше до того момента, когда мы перейдем на следующий подэтап. Вы все, кто является партнерами достаточно давно, помните, да, что переход с одного этапа на другой, либо с одного подэтапа на другой подэтап, да, влечет за собой снижение дисконта. Вот я хотел бы сейчас просто задать вам вопрос. Смотрите, огромное количество людей ожидала данного момента и говорили нам, задавали вопросы, когда же там случится переход на следующий этап. Вот эта дата стала известна. Те, кто находится сейчас на вебинаре, там в вебинарных комнатах в соцсетях, скажите, ну вот вы узнали сейчас дату перехода на следующий этап, да? А к чему это вас подвигнет? То есть для чего вот нам люди последние там 3 месяца, как только мы перешли на второй подэтап, начали задавать, когда мы перейдем на третий? То есть цель задания этого вопроса, да? Цель задавания этого вопроса. Что это дает вам, когда вы узнали дату? Вот. Меня всегда этот вопрос, кстати, интересовал. Вот. А когда, потом раз, узнали. Хорошо, что в вашей жизни произошло? Можете написать свои ответы здесь в чате вебинара? Мне бы хотелось просто знать. У вас добавится времени больше в суд, то есть станет 26 часов там, вместо 24 в оставшиеся 2 недели и так далее. Вы активно схватите там документы, какие-то ссылки, начнете раскидывать их по своему окружению и прочее, прочее. Да? То есть вы напряжетесь сами и поймете, что у вас времени немножко меньше, чем вы рассчитывали, и сами начнете покупать пакеты Дали. Да? Ну, вот кто-то, кого-то это греет тому, о том, что да, ближе реализация проекта, потому что мы переходим на следующий подэтап, и я думаю, что большинство из вас знают, что всего этапов 15, и эти 15 этапов запланировали как раз-таки под то, что вот мы создаем экотехнопарк, да, когда мы, скажем так, закончим запланированные работы, касаемые всех этих 15 этапов, соответственно, возможность инвестировать в наш проект и в дальнейшем получать доход от предполагаемых нами тех дивидендов, да, 20% от прибыли компании со всех адресных проектов, она закончится. Вот кого-то просто греет возможность того, что вот мы все ближе и ближе. Это, в принципе, хорошо. Я так думаю, что это больше всего, наверное, интересует тех людей, которые инвестировали там с 2014 года, с 2015, ну, которые достаточно давно уже находятся в нашем проекте. Да? Вот, то есть, в принципе, дата перехода на третий подэтап 13 этапа стала известна. Поэтому действительно сейчас для кого-то это будет время сенокоса, как мы говорим, да, опять же, у вас есть возможность обратиться к тем людям, которым вы давали информацию год назад, 2 года назад, да, рассказать им о тех успехах, которые достигла наша компания вот за последний, скажем так, год даже, да, о том, что мы стали развиваться в Эмиратах, о том, что нас признали, о том, что мы имеем отличную прессу непосредственно в Эмиратах и не только, да, то есть огромное количество положительных отзывов о развитии технологий, о тех успехах, которых мы достигли, и про нас пишут. И действительно, просто если мы откатимся, вот небольшое отступление сделаем, там, в 2014-2015 год, да, мы в то время этого не имели. Я просто прекрасно помню, как мы радовались каким-то небольшим публикациям в районных газетах, например, о том, что есть технология Skyway, о том, что, скажем так, белорусский инженер, да, конструктор развивает транспортную технологию будущего, тогда писали и так далее. Сейчас уже слово «будущее» практически не упоминается в этих статьях, в постах, которые размещаются на интернет-порталах,
в видеоновостях, да, на целом ряде телевизионных каналов не только Республики Беларусь, но и целого мира рассказывается о том, что есть такая технология. То есть у вас действительно появилась возможность еще раз обратиться к тем, кто не поверил тогда, а возможно и не стоит, скажем так, потому что все равно какое-то количество людей, которым вы давали информацию, действительно, ну, может быть, в состоянии таком затаившемся, да, сомнений и так далее. Но большая часть из них, кто не пришел тогда, может быть, и не придут, не станут нашими партнерами или инвесторами, но, в принципе, это не беда. Вокруг вас каждый день появляются новые люди, с которыми вы можете делиться информацией. Итак, коллеги, это первый, наверное, важный момент, на который стоит обратить внимание, да, то, что мы узнали дату перехода. Что вам нужно сделать, по большому-то счету? Если вы развиваете свою партнерскую структуру, сообщить тем людям, которые, может быть, тоже являются вашими партнерами, но давно не заглядывали в новости, задача – дать информацию как можно большему количеству тех людей, которые уже в проекте, да, ну и, возможно, помочь им донести информацию тем, кто впервые, например, сталкивается с тем, что из себя представляет наши технологии и так далее. И просто квалифицированно, не нужно, скажем так, долго ездить по ушам, как мы говорим, да, не нужно кому-то что-то доказывать, залазить в какие-то дебри, скажем так, сопромата либо чего-то еще, а просто сказать: смотри, 4 года назад мы начинали, фактически не было ничего, сегодня добились вот этого и двигаемся в выбранном направлении. Еще очень важный момент и, скажем так, важный вопрос, который задавался на протяжении, скажем, нескольких последних месяцев, и звучал он по-разному, да? А будет ли в этом году экофестиваль? Вот. А где будет экофестиваль в этом году? Он будет в Беларуси или в Объединенных Арабских Эмиратах? А когда, какая дата, да? И когда собираться, скажем так, в Беларуси или куда там, где он будет проведен, для того, чтобы, скажем, вживую еще раз увидеть того, чего достигла компания и прочее. Итак, коллеги, информация следующая, то, что с 24 мая доступна, скажем так, возможность приобретения билетов непосредственно на мероприятие, которое состоится 17 августа этого года в Республике Беларусь на территории технопарка возле города Мариногорка. Причем, как это было и предыдущие, скажем так, разы, да, то есть мы 3 раза проводили экофестиваль, на всех 3 не удалось побывать. На каждом последующем количество людей становилось больше по отношению к предыдущему. Что хотелось сказать. Как и в прошлом году, и в позапрошлом году, если вы приобретаете билеты раньше, соответственно, стоимость этих билетов для вас будет гораздо ниже. Вот. И разбивка такая, что поначалу стоимость билета будет стоить $30, потом 35 по 16 июля, да, а непосредственно 16 июля по 16 августа это будет 40. Те люди, которые проснутся непосредственно за несколько дней, да, вот, скажем так, 16 число закончилось, они не успели купить через сайт и приедут 17 числа, будут покупать билеты на месте, они заплатят больше $100. В этом году это будет стоить $110. Подробная информация, которая дается непосредственно об экофестивале, да, и как приобрести билеты, доступна, в принципе, любому человеку. Достаточно перейти вот по этой ссылке, которую я вам сейчас брошу непосредственно в чат нашего вебинара. И, как вы помните, те из вас, кто уже, скажем, не первый раз выходил на сайт фестиваля RSV-System.com, новости, которые будут касаться данного мероприятия, они будут непосредственно размещаться на данном сайте. То есть и как проехать, и, скажем так, какие дополнительные условия. Возможно, кстати, будет объявлен какой-то конкурс. Да, вы заметили, кстати, что начиная там с 2015 года, наверное, да, в процессе развития нашего проекта было большое количество акций, в течение там которых людям предоставлялась, например, возможность приобретения пакетов Дали там, с выгодным дисконтом. Либо предлагалось сделать какое-то действие, там кто-то написал стих, кто-то там записал ролик, да, и получить какое-то количество подарочных Дали от руководителя нашего проекта. То есть, да, это все происходило, и на экофестивале, как правило, тем людям, которые выполнили какие-то условия, вручались дополнительные вознаграждения, да, то есть в виде там дополнительных акций, дополнительных Дали нашей компании и так далее. Эти акции случаются у нас периодически. Я не могу сейчас вам сказать, будет ли что-то объявлено непосредственно перед этим экофестивалем, но возможно. Просто я на что вас ориентирую, коллеги? Следите внимательно за теми новостями, которые будут происходить. Возможно, даже как это в последнее время бывает, да, у нас есть несколько сайтов, там есть сайт непосредственно RSV System, есть сайт SVT.by, это наше предприятие струнной технологии, есть сайт Skyway Capital, да, на котором мы стараемся максимально быстро выкладывать всю информацию новостного формата, связанную с развитием нашего проекта, да, вот. Но, тем не менее, заглядывайте на сайт тот же фестиваль RSV System.com, то есть вы, возможно,
выхватить какую-то полезную для вас информацию. Там, кстати, есть и, по-моему, архив, если не ошибаюсь, за предыдущие годы. Если вы ни разу не были, просто посмотрите, как проходили эти мероприятия на территории экотехнопарка. То есть важная новость, которая озвучена там буквально в конце прошлой недели, в середине, да, это вот как раз-таки дата проведения экофестиваля. Опять же, вы этой новостью можете делиться с кем? С теми, кто уже в проекте, вы можете делиться с теми, кто сомневается, потому что, в принципе, я знаю, что за эти три экофестиваля, которые проходили на территории Республики Беларусь, достаточно большое количество людей, которые еще не являлись партнерами, да, приезжали на территорию Республики Беларусь, чтобы лично убедиться в том, что все, что там им рассказывали партнеры, инвесторы, которые уже стали частью нашего проекта, на самом деле правда, а не 3D-анимация, да, как это все называется. До сих пор, кстати, есть некоторые люди, журналисты, которые говорят, все то, что вы показываете в роликах, очень похоже на то, что это не действующие транспортные средства, это анимация, там, компьютерная графика и так далее, так далее, так далее. Поэтому, возможно, для кого-то из ваших партнеров посещение экофестиваля станет, ну, наверное, последней каплей в той чаше, скажем так, которая наполняется информацией, да, для принятия решения. Хотелось бы, конечно, чтобы, скажем так, сподвигло этих людей информацию о переходе на следующий этап, но тем не менее все равно будут люди, которые привыкли доверять, скажем, своим тактильным ощущениям, да, приехать, потрогать, увидеть, убедиться и так далее, и так далее. Поэтому используйте данную информацию, делитесь ей. Вторая важная новость за прошедшую неделю. Вот. Ну и, наверное, очень важная момент, на который хочется мне отдельно обратить внимание, да, это то, что вот произошло в конце предыдущей недели и в течение сегодняшнего дня. Вот. И это то, что, над чем сегодня, скажем так, еще начиная выходные дни активно работают сотрудники нашей компании, компании RSV Systems, да, это петиция, которая, с которой обратился Анатолий Эдуардович Юницкий, это письмо президента, руководителя нашего проекта, президенту Республики Беларусь. Почему президенту Республики Беларусь? Я думаю, многие из вас понимают, что территориально предприятие, которое сегодня занимается непосредственно реализацией технологий, у нас находится на территории нашего соседнего союзного государства, если говорить по отношению к Российской, ну, к Российской Федерации, того места, где нахожусь я. Да, и это очень важный момент, на который всем вам, кто неравнодушен к нашей технологии, стоит обратить внимание. То есть это произошло, кстати, 24 мая, да, непосредственно вот это письмо, которое написано Анатолием Эдуардовичем Юницким. Вот. И в этом письме Анатолий Эдуардович, ну, наверное, описал весь процесс того, что происходило за последние 4 года, да, он рассказал о преимуществах струнных технологий, вот, какую пользу, кстати, для развития той же экономики Беларуси осуществляет наш проект, потому что, ну, ни много ни мало, на территории Беларуси у нас организованы предприятия, где трудится сегодня более 800 человек, да, то есть это и зарплата этим людям, это, скажем так, и налоги в казну государства, то есть, ну и по сути во многих даже средствах массовой информации на территории целого ряда государств технологию SkyWay называют белорусской технологией, ну ни много ни мало. Не так давно, кстати, с конца где-то 2017 года белорусские СМИ тоже стали называть ее белорусской, хотя до этого просто говорили о технологии там SkyWay или технологии небесных дорог и так далее, так далее, так далее. В письме Анатолий Эдуардович Юницкий пригласил Александра Григорьевича Лукашенко посетить непосредственно производственные площади нашей компании, посетить территорию экотехнопарка. Он сказал, что на территории, на которой 3 там, с лишним года назад был бурьян, пахло, скажем так, соляркой и маслом, да, то есть бывший танковый полигон, сегодня действительно облагороженная территория, сегодня существует 5 трасс, а достраивается 6-я трасса, то есть там мы демонстрируем возможности струнного транспорта. Вот. И также в этой петиции Анатолий Эдуардович Юницкий обратил внимание на то, что хотя наши технологии делают благо, да, привлекаются инвестиции. Он рассказал о том, что данный проект существует посредством, скажем так, модели краудфандинга, и деньги приходят, ни копейки не берется у государства, хотя налоги платятся в белорусскую казну. Да. Что есть целый ряд изданий, которые на протяжении уже последних 4 лет периодически размещают негативные статьи на своих порталах и, не разобравшись в технологии, да, скажем так, сеют в умах, ну, в первую очередь жителей Беларуси, недостоверную информацию о том, что из себя представляет технология, о том, что, скажем так, что из себя представляет производство. Действительно, негативные моменты от этого существуют, потому что в своей петиции Анатолий Эдуардович Юницкий обращает внимание на то, что
многие, скажем, высококвалифицированные специалисты, которые могли бы работать на нашем предприятии, да, отказываются ввиду вот тех же негативных статей. Вот, и специалистов приходится привлекать из соседних стран. И в этом же письме Анатолий Эдуардович Чумницкий дал понятие президенту Беларуси о том, что вот есть страна под названием Объединенные Арабские Эмираты, которая в себя, скажем так, на территорию свою привлекает различные инновационные технологии, там нам открыли объятия и с удовольствием, скажем так, работают в направлении реализации технологий на территории этого государства. Соответственно, те действия, которые делают публикации того же онлайнера Тутбай, да, они ведут к тому, что инвестиции не в должном объеме приходят именно на территорию Республики Беларусь, уже, скажем так, вынуждены были, например, для того, чтобы развивать высокоскоростной участок, да, высокоскоростной SkyWay на территории Объединенных Арабских Эмиратов, перенацелить эти деньги туда. И данная петиция, она сегодня выложена в интернете, уже несколько тысяч человек подписали данную петицию, да, то есть, в принципе, я сейчас также в нашем чате вебинара сброшу ссылку на данное мероприятие, на страницу петиции, и вы можете сами, да, выйти на данную страницу и, скажем так, отдать свой голос за данную петицию, вот за обращение Анатолия Эдуардовича Чумницкого, да. Вы можете на той странице, причем это сделать очень просто, достаточно выйти, ввести свое имя, фамилию, указать электронный адрес и проголосовать. Дальше вам будет предложено поделиться данной информацией там, на страничке Facebook и в мире интернета, то есть чтобы как можно большее количество людей об этом узнало и могло подписать. Вот на сегодняшний момент, на данный момент, да, когда день начинался, там было порядка 5000, сейчас уже почти 6000, да, 5790 человек было до момента начала проведения вебинара. Вот, сейчас уже 6450 человек. То есть, что я хочу сказать? Конечно же, наша компания работает над тем, чтобы как можно большее количество людей узнало о той возможности, что можно подписать петицию обращение Анатолия Эдуардовича Чумницкого к президенту Республики Беларусь. И на сегодняшний день у нас выложена новость, да, о том, что эта петиция создана Анатолием Эдуардовичем Чумницким. У нас сделана рассылка по электронным адресам по базе наших партнеров. Да, осуществлен перевод на все языки, поэтому я вас всех, кто сегодня находится на данном вебинаре, призываю к тому, что действительно у нас огромное количество людей, которые активно развивают наш проект, но в среднем это всегда бывает где-то порядка 10% тех, кто следит за информацией и так далее. Порядка 90% людей, да, ну, сделали какой-то шаг, ну, и занимаются тем, чем они занимались каждый день. Просьба просто обратиться к своим партнерам, которые зарегистрированы в ваших сетях, да, и дать информацию о том, что вот есть такая петиция, на электронный адрес отправлена данная информация. У нас была сделана рассылка push, да, push, всплывающее окошко, которое в браузере, да, тех людей, кто дал согласие на то, чтобы данная информация доходила. Дальше у нас сейчас, помимо рассылки, создается еще страница касаемо данного направления. То есть максимально мы задействуем все средства, скажем так, которые есть в нашем арсенале, для того, чтобы как можно большее количество наших партнеров узнало о том, что петиция Анатолия Эдуардовича Чумницкого, да, по отношению, скажем так, к тем средствам массовой информации, которые, по сути дела, мешают развиваться нашей технологии на территории Республики Беларусь, вот петиция к президенту Республики Беларусь, она вот вышла, и, по сути дела, задача какая? Если вы действительно душой, да, за реализацию технологии SkyWay болеете, если вы неравнодушны к тому, чтобы это случилось быстрее, соответственно, чтобы было меньше препятствий, да, чтобы было меньше негативной информации в итоге в интернете, ну и чтобы, наверное, информация, которая появлялась о технологии нашей, о технологии SkyWay, чтобы она была хотя бы, вот, да, начнем так, нейтрально, но достоверно. Да? То есть то, чего мы достигли на сегодняшний день, то, что мы сделали вот малыми деньгами, добились тех результатов, которые мы добились, и чтобы люди трезвые, да, с трезвой головой, как мы говорили, не слушали всякую дрянь, которая распространяется в средствах массовой информации, а действительно могли заинтересоваться, разобраться, да, получить информацию из разных источников и в итоге сделать уже, принять какое-то решение. Петиция, которая у нас размещена на странице новостей, мы сделали рассылку, да, то есть, возможно, будет сделана там даже смс-рассылка по руководителям структуры и так далее, мы работаем в этом направлении. Те, кто не читал сам текст петиции, я вам рекомендую прочитать это в ближайшее время, да, ознакомиться, ну и сделать шаг, о котором я вам сказал.
То есть проект развивается, да. Вернусь к информации касаемо перехода на 13-й этап. То есть те дисконты, которые есть на сегодняшний день, они получаются самые выгодные. То есть, когда выгодно инвестировать в технологию Skyway, я могу сказать, именно сейчас. Оставшиеся 2 недели – это самые выгодные дисконты, которые будут в ближайшее время. Да, поэтому какие шаги вам предпринять, я думаю, вы понимаете. То есть работайте с информацией, двигайтесь. Давайте возможность своему окружению сделать шаг в направлении, скажем так, помощи нам. И с другой стороны, сделать шаг помощи себе. С точки зрения улучшения финансового состояния, увеличения, скажем, если они занимаются инвестицией, возможности в инвестиционном портфеле, который есть у каждого отдельно взятого человека. То есть двигайтесь в этом направлении, помогайте людям разобраться. Пусть они задают вопросы, приглашайте их, кстати, на наши вебинары. Вот, возможно, в четверг мы сделаем такой, опять же, краткий отчет, как мы делали несколько раз, по тем событиям, которые, скажем, произошли в развитии нашей компании за весенний месяц. Поэтому следите, опять же, за информацией, заглядывайте на странички наших соцсетей. И если все сложится, то мы, скажем, проведем эту информационную встречу, где покажем основные вехи того, что произошло за последнее время. Итак, коллеги, если кратко, да, подводить итоги того, что произошло за последнюю неделю, наверное, основные новости мы перечислили. Теперь я, наверное, хотел бы услышать ваши вопросы. Если вы имеете, напишите их в чатах нашего сегодняшнего вебинара в соцсетях, либо непосредственно в комнате Мирополис. Если есть какие-то вопросы, пишите смело. Сейчас постараемся в них разобраться. Не могу сказать, что я там 7 пядей во лбу отвечу на все, но тем не менее, если есть какой-то важный вопрос, было бы глупо его не задать. Вот видите, вы какой молодец, Валентина, то, что вы подписали сами, разместили в соцсетях и еще и отправили партнерам. Ну, так и надо делать. Вы знаете, сложно сказать. Опять же, сегодня я слышал вопрос, мы беседовали с коллегами, да, то есть к какому результату мы можем прийти в результате этой петиции. Я надеюсь, что к самому, скажем так, лучшему, к самому положительному. Хотя вариантов много. Все зависит от того, скажем так, как воспримет президент Беларуси, да, данную информацию. Есть варианты, в каком он будет настроении, потому что оно бывает разное, да. Вот. Но возможно ли его пригласить? Почему нет? Я знаю, что Александр Григорьевич периодически, да фактически каждую неделю посещает различные регионы, посещает разные предприятия, начиная там, скажем так, с фабрик по переработке льна, там, мясокомбинатов, да, заканчивая какими-то редкими производствами в сфере культуры, то есть там вышивание поясов, слуцкие пояса там, и так далее, и так далее. Да? То есть, если в графике президента будет время, если он проникнется этой информацией, которую дал Анатолий Эдуардович Омницкий, захочет разобраться, то есть вероятность, что он посетит и наше предприятие, которое находится на окраине города Минска в Шабанах, там, где находятся наши производственные площади, там, где они сегодня расширяются. Да? Ну и до Мариной Горки там недалеко, 60 километров. Вот. Кстати, это, по сути дела, по дороге, наверное, на родину бывшего, точнее, не бывшего, а президента Республики Беларусь, то есть это трасса в сторону Могилева-Гомеля. То есть там достаточно близко и проскочить, посмотреть было бы желание, как говорится. Да? Но, в принципе, первый шаг сделан. Наш руководитель проекта изложил свою точку зрения на развитие ситуации как нашего проекта, так и Республики Беларусь в целом. Потому что он еще затронул до того, что в СМИ в последнее время, скажем так, как было сказано, огромное количество информации, касаемо, наверное, не той идеологии, которой бы хотелось бы, да, то есть как бы развивалось государство, очень много критики, очень много ориентировано на то, что там на Западе, и, по сути дела, недоказуемая информация того, что там лучше, да, то, что там внедряется, чем в Республике Беларусь, и так далее, и так далее. Сейчас спрошу, в следующем году поедем на Фест в Эмираты. Лилия, не могу сказать по поводу, вот, будет ли, скажем так, ЭКОФЕСТ проводиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Вы знаете, да, что была организована поездка лидеров развития бизнеса структур компании Skyway Capital. Это было в начале мая. Возможен ли вариант проведения ЭКОФЕСТиваля на территории Объединенных Арабских Эмиратов? Тут уже многие факторы влияют. Да? Опять же, там, возможно, какая-то визовая политика, еще чего-то. Возможно, скажем, это будет связано с тем, что, ну, как нам говорили раньше, да, арабы привыкли проводить какие-то громкие мероприятия уже в момент запуска чего-то, да, они, скажем так,
только подготовки строительства либо чего-то еще. Хотя, как говорит генеральный конструктор Анатолий Дорощинский, мы в этом году уже продемонстрируем многое на территории, ну, по крайней мере, Skyway Innovation Center, да, который строится в Шарджа. По поводу того, что странно, что не появился Лукашенко. Ну, опять же, давайте вернемся к чему. Есть президент страны, у которого есть целый ряд функций. Да? Есть огромное количество там советников, есть министры, замминистры, помощники министров разных, скажем так, отраслей и так далее. И, как правило, эти люди дают какие-то рекомендации, советы, там, освещают определенную информацию там, в лице президента. Возможно, скажем так, в окружении того же Лукашенко есть те люди, которые не заинтересованы. Да? И вот, как говорил Анатолий Дорощинский, бывший министр транспорта, например, Республики Беларусь, он никак не был заинтересован в том, чтобы была реализована данная технология, там, ставил палки в колеса. Да? Соответственно, будет ли он Лукашенко говорить о том, что вот есть такая инновационная технология и так далее, и так далее. Ну, вряд ли. Вот. Поэтому вот кто-то в чате вебинара в соцсетях написал, все должно быть вовремя, да, всему свое время. Возможно, действительно, Анатолий Эдуардович взвесил все то, что было проделано, да, чего мы добились на сегодняшний день, и взял на себя смелость обратиться к президенту страны с этой петицией. Вот. Вот задает вопрос Ержан, да, непосредственно в соцсетях, когда начнется его адресный проект. Если вы внимательно следите за нашим проектом и за новостями развития компании Skyway Capital, был выложен ролик, да, в котором сам генеральный конструктор сказал, что вот, первый адресный проект мы рассчитываем на то, что еще не закончив строительство Skyway Innovation Center находится в Шарже, у нас будет уже целый ряд адресных проектов, и даже этот проект он назвал адресным. Поэтому послушайте еще раз интервью, и вы увидите там ответ, да, что строительство того же инновационного центра уже является адресным проектом. Опять набивший оскомину вопрос, в чем разница проекта Skyway Capital и SWIC? Разница во многом, да, потому что это две разные компании. Вот, это, скажем так, компании, у которых есть своя какая-то, свои взгляды на развитие бизнеса, да, то есть разные руководства. Я не говорю, что лучше, что хуже. Компания Skyway Capital занимается непосредственно реализацией только проекта Skyway, да, группа, точнее, компания Skyway Invest Group. Там, я знаю, есть целый ряд проектов, да, которые продвигаются данной компанией. Поэтому, что лучше, что хуже, я не собираюсь, скажем так, здесь сегодня говорить. Разберитесь непосредственно сами в предложениях капитала и в предложениях SWIC, и вы увидите, в чем разница. Вот и все. И там привлекаются инвестиции для реализации технологии Skyway, но проекты очень сильно отличаются. Вы знаете, есть такие люди, которые называются двойняшки и близнецы. Вот некоторые нам говорят, вот мы одно дело делаем, мы там все одинаковые и так далее. Даже двойняшки и близнецы друг от друга отличаются. Вот. Это абсолютно два разных проекта, у которых есть свои юридические адреса, есть своя сфера деятельности, они отличаются, ну, я даже скажу, очень сильно друг от друга. Поэтому почитайте информацию там, почитайте информацию здесь, задайте вопросы техподдержки, ну и дальше делайте выводы для себя. Какой проект просто вам кажется более привлекательным? То есть тут выбор за каждым человеком. Так, у нас, по-моему, появился вопрос в чате вебинара Мирополис. По поводу, кто отвернулся и кто от кого там повернулся, я вот ничего не хочу сказать. Коллеги, я могу сказать свое мнение. Да? То есть вот некоторые сейчас меня подвинут, скажут, вот неграмотно там что-то рассуждает. Надо яйца держать в разных корзинах и так далее, и так далее. Я не сторонник развивать, скажем так, похожие проекты одновременно в трех местах, как сделало огромное количество людей. Почему? Потому что у вас распыляется энергия, потому что у вас нет концентрации, потому что вашим людям, которые приходят за вами, вам приходится объяснять, а где лучше. Все равно, да, все равно, как бы то ни было, возможно, за вами приходят те, которые просто улыбаются и говорят, вот все, что ты скажешь, скажи, я буду делать, да, и регистрируются также в трех компаниях и так далее. И в итоге, скажем так, этот ком только накручивается. Вот. А для того, чтобы успешно развиваться, опять же, я уже говорю еще и в направлении, скажем так, развития той же партнерской структуры и так далее, не я это придумал. Это придумали люди, которые зарабатывали миллионы там, долларов в индустрии MLM. Они говорили, ну, больше одного проекта, да, на своих плечах вытянуть сложно, если активно им заниматься. Если просто барахтаться, да, вдруг там заработаю и так далее, да, можно и в 10 проектах там, регистрироваться и так далее.
Вот. Я могу сказать одно, что когда вы находитесь в трех частях, и информация все-таки доводится достаточно разная, у людей, следующих за вами, в голове у кого-то дольше, у кого-то, скажем так, меньше, у кого-то на все время сохраняется каша полнейшая. Он не может разобраться в чем, в том, где что предлагается, и где ему прилагать основные усилия и так далее, и так далее. Поэтому я сейчас никому не говорю, где лучше, где хуже. Просто одновременно двигаться в три стороны, да, вот. Знаете, помните, была сказка «Волшебная лампа Аладдина»? Там, где говорит, это, да пошел ты на все четыре стороны, да, этот колдун пошел. Вот. Сможете вы так сделать? Ну, если вы сможете, значит, как говорится, флаг вам в руки. Вот. Я не буду агитировать, где вам нужно делать какие-то инвестиции, где двигаться, но просто сами делайте выборы, двигайте что-то одно. Вот мой вам совет такой. Так, какие еще есть вопросы, друзья? Да, вообще на личности не надо переходить. Я, кстати, если это относится ко мне, то... Вот. Просто, наверное, взвесьте, да, какая цель у вас, в каком направлении хотите двигаться вы и в каком направлении вам предлагает двигаться проект, который вы выбираете. Если это соответствует вашим путям, да, соответственно, делайте это движение и прочее. Но не пытайтесь соваться. У вас две руки, два глаза, один рот там, и так далее, и так далее. Да? То есть было бы это, скажем так, как у гусеницы, вот, и еще была бы возможность говорить одновременно в трех направлениях и разное, ну тогда да. Но это мое мнение, поэтому вы можете брать его за основу, можете не брать. То есть можете про себя сказать, какие глупости там говорит сегодняшний выступающий. Так, коллеги, какие еще есть вопросы? Как я сказал, да, мы постараемся наработать информацию, точнее, скажем так, подготовиться в формате подведения итогов к четвергу. Есть вероятность, что мы это сделаем, потому что сегодня только понедельник. Вот. А так, что могу сказать? Мы развиваемся, на месте не стоим, да, то есть, видите, действительно, свое мнение скажу, да, нужно обладать определенной смелостью для того, чтобы... Ну, сделал тот шаг, который сделал Юницкий. Вот сейчас, ну, в мире существует огромное количество людей, кто-то его не любит, кто-то, возможно, ну, будем называть вещи своими именами. Кто-то обожает, кто-то, скажем так, трезво относится, считает его грамотным человеком, который, скажем так, осуществляет свою цель уже достаточно давно, да. Кто-то по-другому относится, кто-то отрицательно относится и так далее. Но отвергать факт смелости, да, человека, который душой родил реализацию своей технологии, с обращением президенту страны, в которой он развивает бизнес, в которой он строит, скажем так, предприятие, в котором действительно он развивается, но это нужно обладать определенной смелостью, поверьте мне. Я думаю, огромное количество министров даже, да, Республики Беларусь, возможно, на тех совещаниях, которые проводит президент, с такими петициями к президенту не обращаются. Просто слушают, что им скажут, да, и выполняют. Вот. А Юницкий сделал серьезный шаг. Ну и где-то теперь, наверное, есть часть нашей ответственности за то, что как мы поддержим данную петицию, да, как, что мы сделаем в направлении реализации технологий, как, какому количеству людей мы, опять же, обратимся, поделимся данной информацией и так далее. И сейчас буквально, вот, пока наш вебинар еще продолжается, я бы говорил, что там было 6400, да, вот сейчас мы глянем, как изменилась ситуация буквально за время проведения нашего вебинара на сегодняшний день. На данный момент, вот, видите, то есть я начинал, когда было 5400 с чем-то, сейчас уже 6590 человек, то есть я так понимаю, что работа и нашей компании, и сотрудников нашего предприятия, информационного отдела, отдела маркетинга, да, тех ребят, которые делают рассылки, работают на сайте, там, создают информацию непосредственно на нашем портале, да, не прошла даром, потому что с 5400... Вот сейчас дошло до 6600 и уже пошло дальше. Поэтому, коллеги, делайте то, что ваша совесть вам подсказывает, что вы делаете правильно. У вас всегда будут последователи, у вас всегда будут оппоненты, вас проклянут, если вы это не сделаете, и вас проклянут, если вы это сделаете. Это слова Элеонор Рузвельт, президент, скажем так, жены первого президента Рузвельта, который там был в начале 20-го столетия президентом США. Вот. Поэтому двигайтесь в выбранном вами направлении, да, то есть... Разбирайте, что важно для вас, для вашей души, для вашей семьи.
делайте те шаги, которые вас каждый день приближают к вашим целям, к реализации той ситуации, которую вы себе планируете, да, творите добро, вот, ну и чтобы в вашей жизни все было так, как вы себе выбираете. Да, у кого-то это будет быстрее, у кого-то медленнее, но есть хорошее выражение, я вот, наверное, в последнее время убедился в нем. Хочешь, чтобы окружающий мир изменился, да, измени сам себя. Измени свое отношение, свои взгляды, свои действия. И что-то в этом мире произойдет. Вот. Спасибо вам огромное за то, что были на сегодняшнем вебинаре. Возможно, не прощаюсь с вами на этой неделе. А так, в 17 часов по понедельникам мы продолжаем работать в этом формате. Вот скоро наверняка родится новая презентация проекта Skyway Capital. Да, вот мы сейчас перейдем там на 13-й, 3-й этап, под этап точнее. Вот, и будем знакомить потенциальных инвесторов с тем, что из себя представляет наш проект вместе с вами. Благодарю вас за то, что вы находитесь в нашем проекте, что вы являетесь нашими активными партнерами, инвесторами. Спасибо вам большое за то, что кто-то пришел раньше, кто-то позже. Но благодаря таким людям, как вы, неравнодушным, активным, наши технологии все ближе и ближе к тому моменту, когда мы можем сказать, мы ее реализовали. И еще важная фраза, да, мы пришли к тому моменту, когда начинаем пожинать результаты нашего труда. Итак, друзья, здоровья, любви и денег. До новых встреч в наших эфирах. Спасибо за внимание. До свидания.